По словам жителей, проблемы с оползнями начались с 2010 года, после того, как одна из строительных организаций затеяла стройку. Все бы ничего, но при возведении нового здания работники подкопали опорную стену, считают местные жители. Начали подкапывать. Упала опорная стена сначала. Потом вот недавно, перед этим летом, начались работы, опять начали вывозить землю, началась стройка. В аварийном доме проживает 12 человек. В результате обвала никто из них не пострадал.